Если вам жилеточка понравилась, давайте приступим к его вязанию. Для вязания нашей жилеточки я использовала турецкую пряжу Yarnar Baby. Это турецкая пряжа в 50 граммах 150 метров. Я использовала вот такой цвет и светло-бежевый цвет. Но чтобы у нас что-то вот этот цвет мне не очень понравился, но чтобы у нас жилеточка была чуть-чуть по-другому, покрасивее, я добавила вот бежевого цвета. Так, эту жилеточку я уже немного провязала. Я сейчас вам объясню вязание, вы уже сами поймете. И первую половину полочки я тоже связала. Нам только остается связать вам еще одну полочку, и вы уже сможете самостоятельно сами связать эту жилеточку. Так, давайте мы начнем нашу жилеточку вязать со спинки. Мы набираем с вами обычным способом 80 петель и вяжем платочной вязкой 49 рядов платочной вязкой до проймы рукава. Когда мы дойдем до проймы, мы с обеих сторон сокращаем по 7 петель, и у нас здесь остается 66 петель. Больше ничего не убавляем. Эти 66 петель мы должны провязать наверх 26 рядочков платочной вязкой. Когда мы с вами провяжем 26 рядочков, мы должны провязать 2 платочной вязки, затем закрыть 24 петли и еще оставить здесь 21 петлю со второй стороны и провязать 2 рядочка платочной вязкой. И просто мы закрываем обычным способом, мы с вами закрываем петли, и вот наша спиночка готова. Это вы сами самостоятельно можете провязать. Так, теперь мы приступаем с вами вот к вязанию нашей полочки. Здесь вот видите, я добавила 2 нитки, светло-коричневый и бежевый цвет. Вы можете вязать любым одним, например, цветом. Можете любым цветом вязать. Можете однотонным вязать, а можете, как я, какой-то второй цвет добавить. Как мы вяжем эту полочку? Здесь я вот сделала отверстие для пуговиц, 4 отверстия для пуговиц. Здесь я 10 рядочков провязала, потом на 11 ряду сделала отверстие. Расстояние между ними 10 рядов платочной вязкой. Так, а здесь мы вот, он уже у нас вот так вот прямой вяжется, потом мы его подгинаем и сшиваем вот просто ниточкой в плечах. И вот наша жилеточка готова. Так, вот такой вот у нас красивый получился, красивая полочка получилась, да? А как мы ее вяжем? Мы с вами вяжем ее вот так вот. Не так вот мы вяжем, а вот так. Для этого мы с вами, я вот так вот сделаю, чтобы вам показать, да? Для этого мы с вами набираем обычным способом 68 петель. Так, теперь мы сейчас провязали так, а теперь мы должны аналогичным способом. Значит, нам сейчас нужно здесь вот
провязать с вами. Начинала я с другой стороны, а теперь я должна сделать вторую полочку. Для этого, так, что мы делаем? Вяжем 8 петелек лицевыми петлями, затем 2 изнаночные лицевая, 2 изнаночные лицевая, 2 изнаночные лицевая, и у нас вот получается рисуночек. Давайте я вам сейчас покажу. Первую снимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это наша вот низ нашего изделия. Так, теперь нам нужно провязать 2 лицевые и 2 изнаночные, 1 лицевая. И так будем вязать до конца. Значит, так, 2 изнаночные, лицевая, 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 2 изнаночные, лицевая. Вот пришли мы с вами последние петелечки. Последнюю петелечку я тоже вяжу лицевой. Так, перешли мы с вами на изнаночную сторону. На изнаночной стороне у нас вот получается резиночка, да? Здесь 1 изнаночная, 2 лицевые. Вот здесь получается 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. А с лицевой стороны у нас 2 изнаночные, 1 лицевая. Так, мы с вами вяжем 10 рядочков просто по рисунку. Потом встречаемся, я вам объясню, что нам делать дальше. Провязали мы с вами 10 рядочков. 8 платочных вязок, потом резиночка, 2 изнаночных лицевых, 2 изнаночных лицевых. И так мы с вами провязали 68 петель, 10 рядочков. Пришли мы с вами на 11 лицевую сторону. Так, вяжем 8 платочных вязок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Резиночка, 2 изнаночные, лицевые. Это у нас сейчас идет такой рисуночек. Две изнаночные, лицевая. 2 изнаночные, лицевая. 2 изнаночные, лицевая. Я вяжу спицами номер 3. Лицевая, 2 изнаночные. Итак, вяжем до конца ряда. Yeah.
67, 68. Вот мы с вами провязали 11 рядочков. Теперь нам надо прибавить 45 петель. Но каждый по-своему прибавляет. Можно и вот так вот прибавить, а можно и по-другому. Ну давайте, многие также прибавляют. Давайте мы с вами прибавим так. Я хотела по-другому, но я не буду вам это делать. Вот так вот прибавляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Мы с вами прибавили 45 петелек. Так, переходим на эту сторону. Теперь мы должны продолжать еще вязать. Мы сейчас провязали с вами 10 рядочков, мы должны еще провязать 16 рядочков, чтобы у нас вот это расстояние было 26 рядочков. Так, смотрим. Значит, нужно сделать так, чтобы у нас было красиво. Вот мы, значит, здесь у нас с изнаночной стороны резиночка 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые изнаночные, 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 2 лицевые изнаночные. Значит, мы с вами начинаем вязать резиночку 2 лицевые изнаночные, 2 лицевые изнаночные, 2 лицевые изнаночные, и так мы должны провязать, пока у нас не будет 26 рядочков. Давайте, это вы уже сами сможете сделать. Давайте с вами свяжем самостоятельно. Провязали мы с вами 26 рядочков. Я должна была добавить дополнительную нить снизу. Но так как вот здесь вот будет некрасиво, поэтому я еще один рядочек довязала. А кто вяжет одним цветом, уже он должен вот отсюда вот вывязывать рисунок. Но так как у меня сейчас нужно добавить дополнительную нить, я провязала еще один рядочек. И теперь мы переходим на изнаночную сторону, чтобы с лицевой стороны у нас вот таких некрасивых полосок не было. Мы один ряд полностью дополнительную нить провязываем вот изнаночными петлями.
изнаночными петлями. А вот уже со следующего ряда я буду делать рисуночек. У нас рисуночек будет 2 лицевые, 1 изнаночная. Вот, видите, когда мы вот добавляем дополнительную нить, с этой стороны, вот с изнаночной стороны, вот это вот у нас будет, да? А с этой стороны просто будет нить, и вот что мы добавили, это будет незаметно. Этот ряд все вяжем изнаночными петлями. Пришли мы с вами на лицевую сторону. Вот мы с вами добавили петли. Видите, незаметно, плавно перешло. А с лицевой стороны вот у нас вот такой вот рисуночек получился. А с лицевой стороны такой рисуночек. Вот это вот нам и надо было. Теперь мы должны 8 платочной вязки также продолжаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь вот у нас рисуночек будет 1 изнаночная, 2 лицевые, резиночка. Здесь у нас было 2 изнаночные, лицевая, а здесь наоборот: 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, и так у нас будет продолжаться резинка: 1 изнаночная, 2 лицевые. Так, значит, 8 мы с вами: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 1 изнаночная, 2 лицевые, 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 и так до конца ряда. Теперь я вам сейчас объясню, и вы можете сами самостоятельно связать. Ничего здесь сложного, потому что я покажу вот на этой модели, на этой стороне. Значит, мы сейчас с вами вяжем резиночку. Здесь 8 петелек. Второе полотно мы с вами сейчас вяжем. Здесь у нас вот это мы с вами 26 рядочков провязали резиночкой. Теперь мы будем вывязывать это. Значит, мы должны вязать, но мы не с этой стороны будем вязать, а мы вот наоборот будем вязать. Ну, просто по этому рисунку я вам буду показывать, вы это все сами поймете. Значит, 8 платочных вязок, все 8 лицевых. Потом 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Полностью вяжем до конца наших петелек.
Потом вы считаете. Также мы будем все вязать по рисунку. Считаете, у нас должно получиться вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Когда вы провязали 19 рядочков, я рядочки считаю вот так вот. Да. Поэтому я делюсь с вами. Раньше я неправильно вот считала, а вот сейчас я уже точно знаю, что вот это вот, вот так вот вы вот так вот считаете. И вот здесь вот уже у вас видно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 рядочков вы провязали и добавляете дополнительную нить сверху. Почему сверху? Потому что если мы вот здесь будем добавлять, вот здесь у нас будет некрасиво. Здесь с этой стороны я тоже добавляла сверху. Поэтому вы нить вторую, когда вы провяжете 19 рядочков, вы добавляете дополнительную нить. А если вы одной только нитью вяжете, просто вы должны связать 1, 2, 3, 4, 5, 6 платочных рядочков и потом просто обычным способом закроете все ваши петельки. Потом, когда вы закроете петельки, нужно, у вас уже вот такой прямой, вот такой же прямой же будет, вы должны просто вот так вот его подогнуть, когда вы закроете, подгинаете и пришиваете к плечам. Вот здесь вот пришиваете к плечам и потом зашиваете сбоку, пришиваете пуговички, и вот ваша жилеточка будет готова. Я надеюсь, вы сами сможете это связать. Я вам принцип вязания, как надо вязать, сколько петель, все-все вам подробно объяснила. Так, давайте все вяжете сами, потом мы покажем нашу жилетку.